И снова всем привет, ребят. В чем прикол, что столкнулись с часами HW22 с подключением, с проблемами в конкретными. Я, ну, что попытаюсь включить, чтобы вы глянули, как они включаются впервые. Естественно же, в приложении, я думаю, все и так, ну, что в курсе, какое здесь используется. И попытаемся, ну, что по порядку сделать, что, куда и к чему. Я включаю, ну, естественно же, Google аккаунт, чтобы был здесь. Я включаю так. Идем вперед по чуть-чуть. Включаем разрешить, разрешить. Есть, окей. Я знаю, что с аккаунтом проблемы. Окей, разрешаем. И снова разрешаем. И опять разрешаем. Крестик жмем. Есть. Так, ну что, включаем, чтобы, ну, чтобы приходили все плюшки к нам. Я надеюсь, что вы увидите. Вот, ребят, видите. 3, 2, 1. Ждем. Включаем принять. Есть. Включили все. Теперь поиск. И смотрите, ну, что включаем поиск их. И давайте. Вот видите, у нас есть. И попытаемся, ну, что включиться. Сразу к ним. Ждем. Есть, ну, что писта, что включились. Окей. Ну, что все включено. У нас есть. Ну, в чем прикол? Если захотели, у нас, ну, что и циферблаты, ну, что все включено. В чем плюс, что изменилось. И цвета, и красивые, и симпатичные. Вот единственное, что, знаете, вот сделали бы, ну, что-то еще по графике, поинтереснее, то я считаю, что было бы еще, ну, что круче. Изначально, ну, что мы включились, но по опыту, ну, что выключаете приложение и включаете снова его. Да-да-да, я знаю, что у нас такая проблема есть. Снова, ну, что крестик, и смотрим, ну, что включены. Так, ну, что изначально, ну, что включились. Теперь спускаем шторку и включаем, вот видите, что Bluetooth у нас есть. И в телефоне включаете по установкам, секунду, здесь ищите, что Bluetooth где у нас. Сюда, в поиск, ищем, включаем поиск, и видите, у нас есть вот часы, что включаемся к ним сразу, ждем, разрешаем, вперед. И смотрите, ну, что пишется, что мы, ну, что включились, и все полностью. Вот единственное, что, ну, что изначально они, ну, что будут использоваться, что, типа, идти что, динамиком. Вот, чтобы вы увидели, я сейчас, ну, что попытаюсь включить вам что-то. Так, чтобы вы, что в курсе были, вот как, что эта штука выключается. Вот здесь, ну, что включаете пункт у нас есть, опа. Что выключается, и все. В таком случае уже, ну, что включаете из музыки, что включается из телефона. Ну, что все комфортно, из-за чего и с приложением. Я, ну, что отключал и выключал. Ну, что изначально, когда, ну, что включенное будет, то столкнетесь и с проблемой. И, ну, что попытаемся, ну, что включить, чтобы вы еще, ну, что глянули и звонки, и все, что куда. 63. Секундочку, извините, бывает иногда. Есть, смотрим, что у нас идет. Здесь включается, и здесь включается. Вот видите, вот, ребят, если захотели, вот единственное, что плохо, что, знаете, что оказался еще бы пункт, что скинуть, ну, что трубку, то было бы, ну, что поинтереснее. Но включается, и вот видите, вот если захотели, у нас есть, ну, что пункт, из часов, если захотели, ну, что включили из динамики, слышимость уже будет, ну, что комфортней. Кто что, ну, что использовать. Так же самое, ну, что при исходящих, вот если вы, ну, что включаете, вот, например, снова я попытаюсь, ну, что звонить из последних звонков. Включайте, звони. Вот видите, ну, что включается из телефона, тут, ну, что комфортно все, ну, что, и, ну, что в целом все окей. Теперь, что мы делаем, ребят? Естественно же, испытаем еще их и с Вайбером, а то все, ну, что в комментариях, ну, что писали, что приходят вообще, ну, что тишина и с смс-ками, и всем полностью, вот просто, ну, для спортивного интереса попытаюсь сейчас скинуть сюда, чтобы вы, ну, что увидели, кажется ли здесь. Нет, ребята, а скажу из-за чего. Смотрите, ну, что я упустил. Естественно же, я, как обычно, ну, что втыкаю, знаете. Да-да-да, я тоже, ну, что человек, иногда упускаешь что-то из моментов. Чуть-чуть, ну, что втыкнули из рекламы нам. Вот здесь
что пунктик есть. Да-да, ребят, ну что, упустил. Сталкиваемся с таким. Включение. И все пункты, что у нас есть, отключаем. Раз. И снова. Включайте, смотрите, все окей. Здесь жмете. Так, чистите сразу. Снова. Что включаем еще раз. Я знаю, что у нас так идет. Отключаемся, включаем здесь и смотрим, что у нас вот именно, что смски и все полностью не то, извините. Я знаю. Так, ну что включаем и список из приложений, что мы используем, ну что включается, чуть думает, вот видите, ну что Gmail в конечном итоге, ну что из-за чего-то отключилось. И снова, ну что попытаемся скинуть, ну что текст такой же самый, что вдруг да получится все-таки. Тут есть. И смотрите, чудо. Что включается и текст приходит. Вот как-то так, ну что с настройкой, извините, я знаю, что не умею, ну что вот рассказывать и показывать, и настраивать. Но в целом, вот если вы, ну что сделаете вот все то, что вот я, ну что сделал, то в конечном итоге, ну что все включается. Но вы учитываете специфику, ну что и системы. Тут у них я специально включил, чтобы автоматическое, ну что включение и шло и приложение, чтобы все, ну что включалось и в теории, ну что все будет, ну что включаться и срабатывать, и вы не столкнетесь и с проблемой, ну что в конечном итоге, вы знаете. В целом, ну что, все не так и страшно. Единственное, что просто вот видите, вот я, ну что, упустил, ну что, пункт. Но вот просто изначально вот включаете, ну что, вот здесь 100%, ну что, включили все пункты, скинули, ну что, приложение, включили снова его. И в таком случае все у вас будет, ну что, в целом включаться и срабатывать, ну что, вполне окей. У меня, ну что, в течение 5 дней, ну что, вообще и с проблемами, вот я, ну что, не сталкивался. Вот если вы столкнетесь, ну что, в конечном итоге, значит, у вас, ну что, или что-то и с системой, или и с настройками, ну что, где-то какие-то из пунктов, что упустили. Единственное, что вот я включил, я вам сейчас, ну что, включу из момент настройки приложения. Извините, но здесь я считаю, ну что, стоит все-таки что акцентировать на одном из пунктов, что был, вот этот пункт, включайте, что здесь, чтобы всегда, что автоматическое, что включение было. Иногда, что чистится система все полностью, а тут, что автоматически, что включается и испаривается и с часами, и в любом случае у вас, что и сигнал будет, и все окей. И сделаем, что попытку, естественно же, еще раз такой же текст скинуть. Тут есть, и здесь жик-жик, все окей, включайте. И снова текст. Вот видите, вот, ребят, смотрите. Раз, у нас есть. Включайте, ну что текст идет, ну что все вполне в комфортно. Ну что в целом, вот так, если, ну что сделаете за такой инструкцией, как у меня, то все будет у вас, ну что окей. Но учитывайте специфику, ну что у каждого из телефонов отличается и система, и все полностью, из-за этого там чуть-чуть, ну что все отличается. Что плохо, что тут не указывается еще имя. Указывалось, то было бы чуть-чуть поинтереснее. Так, я знаю, что долго было, но и такое бывает. Всем спасибо, пока.